Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» приветствует вас. Мы на завершающем этапе ремонта автомобиля Mazda 3. Ремонтировали заднюю подвеску, меняли задние рычаги развальные, короткие рычаги продольные. Но сейчас можно посмотреть результат регулировки сходного развала на стенде. Видите, что в зеленой все в зоне. По задней подвеске вообще все в идеале. По передней подвеске небольшая разница в развале с правой стороны. Но это не особо сыграет роли. А так все в допуске, все в норме. Спасибо за внимание. Удачи на дороге!